конечно. Вот он, Московский вокзал. Вы видите, по-китайски написано. Какая-то вредная женщина мне все писала. Что вы все китайцы? В Питере вот по-китайски написано. Не знаю, вот вам видно, нет? Вон голуби мои. Вот на таком поезде я поеду. Видимо, я поеду прям вот внизу у земли. Ха-ха. Интересненько. Я на таком поезде еще не ездила. Ха-ха. Прикольно. Правда, прям что-то у земли совсем. Они еще мне говорили, давай на второй этаж, я бы, да, ну. А оно вон как низко. Ну вот, в этот раз я еду в купе. В двухэтажном поезде. Пойду поснимаю. Вот тоже снимают. Тоже любопытно, да? Я первый раз в таком. На второй этаж. Пойдем? Угу. Попозже. Вот. Все как у людей. Все тоже стоит. Конечно, а что там? Ну что, мои дорогие, еду я одна в купе. Ну, это просто вообще замечательно. Я уже покушала. Постелилась. Вот, завтра такая красивая выйду из поезда. Вот она я. Надо спать ложиться. Завтра в 10 часов буду в Москве. Путешествие мое продолжается. Грустно, конечно. Я вижу, и Саше грустно. Мне грустно. Ну ничего. Бог даст, увидимся. Все будет хорошо. И пока, мои золотые. Спокойной ночи. Утром при свете хоть что-то поснимать можно, а сейчас темно. Пока. Вот, нет. Не улеглась я спать, я решила посмотреть туалеты. Так, вот тут сколько туалетов. 3 штуки. Угу. Прикольно. Угу.
ночью. Туалет, биотуалет. Слава богу, теперь такие туалеты, что не закрывают на остановках. Видите, мусорка для стекла, бумага, пищевые отходы, пластик, металл. Вот так вот. С двух сторон тут на второй этаж лестница. Вот это моя четвертая. Сходила за чаем. Мне надо еще чайку попить. Ой, мне так понравился. Купила сербский сливочный сыр. Ой, такой вкусный. Ой, как же я в Черноморском-то без всего это буду? Да, конечно, выбор продуктов оставляет желать лучшего. Но ничего, зато скоро лето, будут свои фрукты, ягоды. Посадим огурцы, помидоры. Значит, будут огурцы, помидоры. Что посадим, то и будет. Ну что, доброе утро, мои хорошие. Так я и проехала одна в купе. Прям Данила брал мне билет и говорит, поедете одна в купе. Точно так и ехала. Вот. Я, конечно, Маришка сейчас звонила, подруга моя ругалась на меня. Я куртку-то оставила, одела эту чернобурочку. Но она чернобурочка-то такая легкая. Не по морозу. Без шапки я. Так ли? Ну вот осталось уже меньше часа ехать, что-то стоим. Вот. Что хочу сказать. Очень хороший поезд, очень дешевый. За место в купе заплатили 1300 или 1400 рублей. На этаже 3 туалета. Есть душ, 150 рублей стоит. Очень приятная проводница. Очень хороший, мне прям понравилось. Единственное, очень странно, мы низко, ближе к рельсам. Так вот, вроде непонятно, а когда какой-то поезд рядом стоит или проезжает, так странно, где-то тут у земли. Это все равно, что, знаете, как на маленькой машинке ехать рядом с КамАЗом. Так как-то. Мне еще говорил Данила на втором этаже, а я что-то... Да, сверху-то поинтереснее было бы посмотреть. Но ничего, немножко сейчас доедем. Ждет вас сюрприз, мои хорошие. Даже не ожидаете. Я просто вам заранее не стала говорить. Ну, вы видите. Так что ждем Москву. Сейчас я губы накрашу. А потом покажу же. Вот это да, Оля, которая бусы выиграла. Здрасте, здрасте. Так, ну что, давай. Сейчас. Оля, а Кустала, скажите там, как узнали о Любе, да? Почему вы любите ее? Да? Я ее знала, чтобы руки узнала. Просто смотрела, она поделки делает очень красивые, интересные. И смотрела, а потом просто втянулась в ее жизнь. За что приз? Очень приятный человек. А приз, комментарий оставила?
поздравила ее с кучей подписчиков, да. И потом, ну чисто, я вообще не ожидала. Я удивлена была очень сильно. Я просто очень хотела эти бусы, поэтому они ко мне и приехали. Давайте, может, поснимем бусы еще.